В Степногорске осудили грабителей, которые через подкоп пробрались в ювелирный магазин. За кражу в особо крупном размере они получили 13 лет на двоих. Громкое ограбление тогда наделало много шума. Год назад два приятеля прокопали туннели и через дыру в полу вынесли почти 1500 золотых украшений на 71 миллион тенге. Когда их поймали, они уже успели все сбыть, но деньги потратили лишь частично. На суде воришки признали вину и даже раскаялись. Тем не менее, одному придется провести в тюрьме 6 лет, а другому все 7. Оба должны вернуть хозяину магазина еще 30 миллионов.